Приветствую всех на канале. Тема сегодня, вот показываю набор, небольшой набор и тех устройств, которые у меня есть, и которых объединяет разных устройств. Одно, это, как вы заметили, питаются они от батареи Крона. Крона батарейки не дешевые, потребление их большое количество нужно устройств, и потребляют они довольно-таки много энергии, поэтому быстро расходуется и бьет это все сильно по карману. Поэтому я созрел для покупки аккумуляторов Крона. То есть, если разрядится, мы будем заряжать и снова пускать дело. Откроем первую посылку. И у нас тут аккумуляторы Крона. Так, давайте посмотрим их. Я покупал самые доступные по цене, поэтому супер-мупер аккумуляторов тут нету, но я надеюсь, что они будут работать. 280 мАч, что довольно-таки вызывает уважение. Потому что вес тоже вроде бы нормальный. Никель, магниевый, очень хорошо. Не нравятся мне литиевые. Емкость больше, но опасности тоже больше. Так, давайте взвесим, наверное. Вот такие замечательные кухонные весы. Так, вес у нас 31 грамм. Наличие заряда можно проверить с помощью такого тестера нехитрого. Так, вот нормально заряжен он приехал. Для зарядки буду использовать такое древнее устройство. Хоть оно древнее, лет 20, наверное, но актуальность не потерял. То есть оно может заряжать разные батарейки. Он даже проржавел уже насквозь, но все равно должно работать. И в том числе Крона. Вот заряжается, в принципе, значит это скорее всего является аккумуляторами. Посмотрим после зарядки. Так, посмотрим. Тут еще два аккумулятора. Тут 300. Давайте их достану. 300 мАч в час. Емкость заявлена 9 вольт. Вот такие аккумуляторы. Недорогие, опять же. Не покупал, не ставил задачи покупать. Корпус пластиковый у нас. Так, вздутие не наблюдается. Вроде так нормально. И это то же самое. Ну, взвесим сразу. Так, веса. Весы. Так, сколько у нас тут грамм будет? 34 грамм. Проверим зарядку. Да, она вроде как good. В зоне good. Поставил на зарядку, заряжаются, все нормально. Это аккумуляторы. Посмотрим, что по ссылке. По ссылке у нас так, Крона. Так. Крона достанем. Сейчас одну достанем. Так, запечатано очень хорошо, еще внутри запечатано. Но тут написано не аккумулятор, а батарейка. Батарейка может взорваться или возгореть, если будет установлена неправильно, будет заряжаться, о, кошмар. Или в огонь попадет. Это означает, что это у нас не аккумулятор. Если вам видно, срок годности до 2021 года, октября. Это еще без малого 19, 20 и 21 год. 3 года хранения. Но это вообще заявлено. Скорее всего, буду долго продавать. Поэтому вздутие не наблюдается, в принципе. Не вижу вес. Посмотрим вес данного. Вес 33 грамма. То есть аккумулятор и батарейки по весу не отличаются. Ну и тест зарядки. Тут видно, что он полностью заряжен. Это батарейки, в принципе, нормально все. Рабочие. На этом все. Не забывай подписываться на канал. Будет много чего интересного. Пока.